Друзья, всем привет! Давайте сегодня немножко пообщаемся с вами по поводу автомобильных брендов, потому что каждый из брендов, он же что-то несет в себе, и каждый из брендов, он обладает неким, так скажем, культурным кодом. Например, BMW и Mercedes это немецкий премиум, да, который э, славится своей комфортом, динамикой. Есть Toyota, которая славится своей надежностью. Есть Land Rover, который топ среди внедорожников, он славится и своим и комфортом, и проходимостью. А есть Jaguar. И Егуара ⁇ это достаточно интересный автомобиль в плане точки зрения самобытности, но тем не менее я как-то к нему совершенно холоден. То есть если мы берем любую модель Ягуара, то я бы выбрал для себя аналогичного класса автомобиль другого бренда. То есть, если мы берем, например, вот такой F-Pace, то я бы, например, взял лучше Range Rover Velar или BMW X3. Если мы берем Jaguar XF, который седан, то я бы, например, взял пятерку BMW. Если мы берем XE, я бы взял, наверное, трешку BMW. Ну, то есть, в любом классе Jaguar я бы выбрал автомобиль другого бренда. И наткнулся на эту мысль я буквально недавно, когда к нам приехал клиент и спрашивает, Роман, а почему, говорит, у вас нет видео про Jaguar'ы? И тут я задумался, я говорю, слушай, а я что-то их не очень люблю, но, как оказалось, у нас в команде техцентра цех номер один есть Сергей, который обожает ягуары, который стер уже руки по локте в виде этот ягуар. И давайте мы с вами заведем новую рубрику и нового ведущего, который будет нам с вами, и мне в том числе, потому что мне тоже интересно, потому что я не особо углубляюсь в ягуары, так как они мне не очень нравятся, будет рассказывать про ягуары, про что с ними интересного можно сделать, про то, насколько они надежные, какие у них есть моторы, коробки, привода, подвески и вся вот эта требуха, которая связана с ягуаром. Прошу любить и жаловать, Сергей. Всем приветствую, меня зовут Сергей, я уже два года как а, нахожусь в компании, а, и я буду вам рассказывать про ягуары типа а, суббота-воскресенье, либо ежедневное, городское, либо а, больше а, на трассу. А, и Роман будет в первую очередь мне сейчас помогать, а, а, рассказать про данный автомобиль. А сейчас у нас Будет обзор на F Type 5-литровый, заднеприводный. Ну, в общем, я тогда удаляюсь. Все слушаем Сергея. Надеюсь, вам будет интересно. А вы, пожалуйста, напишите в комментариях, насколько вам зайдет данный формат. И напишите, насколько вам не понравился Сергей. Мы все с удовольствием почитаем и в будущем он исправится. Все, я пошел. Пока. Вот все, что ты общаешься, говоришь э, про ягуары, там, про Рендж-роверы, все в миг исчезает, и ты не можешь понять, что говорить вообще. Ну, то есть пустота какая-то становится. А, только на этот. Поэтому... Э, я так понимаю, начало. Я вам сегодня не друзья вы. <laughs> я еще вас не знаю. <laughs> а на комменты мне там сраные уже написали, что я хреновый актер. Друзья, сегодня я вам расскажу про F-Type. Очень красивая машина в превосходном красном цвете. Не будем говорить сегодня про огрехи, которые заключаются в Зазорах в компоновке автомобиля. То есть мы это оставим за кадром, и вы сами рассудите, нравится ли вам дроп, например. Мы сейчас пообщаемся по поводу технички. В первую очередь мы пообщаемся разницей между рейнджровером и ягуаром. Коротко, здесь агрегатировалось только два двигателя. Это трехлитровый суперчардж и пятилитровый суперчардж. Все те самые проблемы, которые обсуждались по поводу трехлитрового, пятилитрового на Range Rover, они здесь также сохранились. И такие же проблемы льют НВД, например, рвутся мембраны, она начинает дымить. Из-за плохого бензина может произойти так, что сколется поршень и начнутся проблемы с троящим двигателем это разбор понятно, и полноценный ремонт также было две версии прошивки на трехлитровом суперчардже это было 340 лошадиных сил либо 380 лошадиных сил на 5 на пятилитровом это 510 либо 550 лошадиных сил также здесь присутствует полный привод либо задний привод. Этот автомобиль, в том числе на заднем приводе, на полном приводе, она агрегатируется муфтой Халдекс и переводится на еще и на передний привод. Сама компоновка все равно остается задний подключаемая, грубо говоря, то есть ведущая переднеприводная приводная. Как это объяснить? Так. Hey, а можно сделать на нем H3, как Android? Да, конечно, можно сделать и на трехлитровом, и на 5-литровом, и также сделать. SVR прошивку, насколько я помню. И в суммах получится намного лучше, так как это легкий автомобиль, более ли фан Но проблема заключается в другом. Этот автомобиль не расположен на то, чтобы вы ездили каждый день. Он очень жесткий, на динамике сумасшедший жесткий, невозможно ездить. Чувствуется пятой точкой все на обычном режиме плюс минус еще можно как-то ездить, но ездить можно не с семьей, а только два человека могут ездить, Почему? потому что у него нету заднего ряда сидений. Это первое. Во второе с собой ничего нельзя увести никуда съездить, потому что багажника фактически нету. Но мы сейчас поднимем капот. Это аутентичная а, старая а, вещь, как поднятие капота именно в другую сторону. Сейчас я вам покажу. Очень интересно смотрится и выглядит. И это как на спорткаре. Очень легкий, кстати. То есть его можно двигать одной рукой. И давайте я вам а, расскажу... А, в общем-то, обыденный 5-литровый суперчардж. Здесь уже сделан холодный впуск. Здесь не видно будет на видео, но там тоже присутствуют шкивы. Есть легкое затруднение в, именно в работе с этим двигателем, так как сюда очень Сильно его засунули, и а, подлезть к свечам, например, что-то проверить очень тяжко без а, сервиса, который в этом разбирается. А, на этом, наверное, а, есть с а, жестко, жесткости амортизаторов. То есть она здесь так же, как и на рендроверах, сделана, но уже нет такой проблемы особой, как на реннжрове. Перетираются провода и начинаются проблемы. А, с... На приборке высвечивается неисправность подвески. Вот. А, ну, под капотом все так, как и у всех. В общем-то, здесь, мне так кажется, неинтересно. Пойдемте посмотрим, что у нас в багажнике. Замечательный автомобиль. Ну что, а по поводу багажника. В багажник, скорее всего, влезет только чемодан один. И то очень тонкий и, скорее всего... Просто нужно пару трусов и все. Потому что этот автомобиль на заднем приводе очень сложно словить в динамике. Да, в заносе. Его стабилизация еле-еле равняет. И есть одна очень серьезная у них проблема что на ренджерах, что и на ягуарах. Вот. Пойдемте, я вам покажу на тормоза. Здесь тормоза также агрегатируются двумя дисками это э, керамика и вот скобы это ужас просто на пятилитровом заряженном автомобиле который наверное 4 секунды до сотки да а то и может быть и поменьше будет вот на стейдже его невозможно затормозить это нужно менять дорабатывать сразу же невозможно ездить я катался на нем и ты не уверен в каждом тормозе, то есть да, ты держишься от всех подальше только ради того, чтобы э, не иметь потом вот такие вот зазоры как раз с палец. Э, про задние тормоза вообще молчу, их просто нету, это просто притормаживающийся какой-то эффект она делает. Э, расскажите, пожалуйста, про дроп что это вам нравится, не нравится, вот такие именно посаженные автомобили, потому что я сам езжу на более-менее посаженном автомобиле, мне безумно нравится, как он стоит на дороге, он лучше держит дорогу. Здесь по подвеске та же схема, что и на Range Rover. Выходят по стандарту только передние рычаги, примерно плюс-минус на 80 тысяч километров, они гидравлические, и начинается у них такой эффект, когда вы притормаживаете, у вас как будто ось сходят вперед, вот. И это, скорее всего, единственная проблема этой подвески, если не брать амортизаторы. То есть система АДС у них превосходно работает, но бывают все равно моменты, когда вы влетели в яму и они вытекают и, естественно, приходит в неисправность. Давайте переместимся в салон и пообщаемся по поводу салона. Он очень интересный. Есть моменты вопросов, как на Porsche, например. И вы сейчас увидите, почему я так говорю. Сергей, а какой у вас рост? У меня 192. Вы толстый. Как это пометь? я постараюсь, но на самом деле сюда не нужно так сильно прям влезать. Главное запомнить минимальные моменты по поводу спорткара. Сначала закидываем правую ногу, а потом все остальное. Поехали. Вот заходит последний. Да. Так вот, о чем я и говорил. Что за ручка? Что это за ручка? Мне такое чувство, что это сделано только для того, чтобы пассажир уцепился конкретно, потому что у нас а, то же самое присутствует и а, с этой стороны, и с этой стороны. То есть ты едешь и просто держишься. Машина создана, скорее всего, более-менее для драйва, чтобы держаться прям конкретно. У нас есть хорошие вещи по поводу поднять подвеску. То есть, на лежачем мы можем все-таки чуть-чуть приподняться и миновать это чирканье. Здесь все более-менее стандартно для ягуары и также и по все. В общем-то, в Британии здесь прям, Британии пахнет. Но у нас есть отделка кожи, и она очень прям, ну, тактильная, очень ä, приятная, мягенькая. Есть ä, кривые швы, то есть это тоже у нас нормально. Она не отделана, к сожалению, карбоном, но есть карбоновая версия, очень ä, симпатично выглядит. Также ä, аутентичность у нас же присутствует по поводу... Ä, Металлизированные кнопки, то есть чтобы выдвигать. <свы> да, да, это же спорткар. <свы> И в общем-то, в общем, у нас аналоговая панель, то есть у нас все стрелочки, никакого там интересности у нас нету. Такой, прям чтобы завораживало там грубо, спортивно. Под рукой всегда присутствует выхлоп, то есть мы можем настраивать выхлоп погромче, потише, также отключить стабилизацию, все под рукой, когда ты едешь, все легко нажимаемо, то есть все под рукой. Можно включить динамик, старт-стоп, это понятно, главное запуститься. Регулировка сидений, в общем-то, полноценная, даже у нас есть упоры боковые. Ну, в общем-то, и все. Давайте, может быть, запустим и послушаем ее звук. А какая тут коробка-то вообще стоит? А, коробка 8 HP, и больше она никак э, не агрегатировалась ничем, только 8 HP э, 70-ка, насколько я помню. Ну что ж, друзья, я снова влезу в это видео. И давайте все вместе дружно с нашим Сергеем подведем итоги. Итак, как я понял а, про этот Ягуар, что его надо брать с 5-литровым мотором, потому что он начинает ехать, он дико круто звучит. Это единственное, наверное, что мне прям очень нравится в этом автомобиле. Ну и плюс к этому он действительно круто выглядит. А, но самый главный вопрос: Сергей, вот а, если бы вы хотели купить себе новый автомобиль такого класса, mm -hmm. а что бы выбрали вы? Вот этот 5-литровый Ягуар свр даже допустим, Свэр. Либо МГГТ. Да, бьете у меня по печени, Роман Михайлович. Я бы, скорее всего, засмотрелся на этот автомобиль, потому что он бюджетнее, он более обслуживаемый и Но он красивый. Ну, согласен. А МГГТ с дизайном у него немного проблемы. Ну, на мой взгляд, это все, естественно, вкусовщина. А МГГТ внешне мне гораздо меньше нравится, чем этот Егор. А, тем не менее, для себя я бы сделал выбор другой. Я либо взял бы МГГТ, либо BMW 8 серии, либо вообще бы Porsche 911 взял. Но единственное, что в этот ценник это было бы, наверное, самая дешевая карера которая не поехала бы так, как едет этот Ягуар. А я напомню, что этот Ягуар единственный из автомобилей этого класса, который бывает полноприводным, что позволяет ему дико круто ехать 0-100 и показывать очень неплохие времена на квотере для многих это важно потому что с задним приводом и такой мощностью справиться во-первых сложно во вторых это всегда нестабильно но тем не менее весело но опять же я вернусь к тому что этот автомобиль очень короткобазный и ездить на нем боком наверное получится получится но это очень долго надо привыкать это достаточно сложно это очень острые реакции но это весело вот. И я думаю, что итог нашего видео в том, что это очень классный нишевый продукт, который подходит, наверное, очень маленькому проценту людей, которые вообще могут его себе позволить, и который подарит вам уйму удовольствия, уйму радостей, но покупая этот автомобиль, вам надо осознавать, что вам надо поменять тормоза, надо или не надо что-то делать с подвеской, потому что в таком э, опущенном состоянии он смотрится еще круче, чем стоковый. Uh -huh. а, с выхлопом я бы уже точно ничего делать не стал, потому что звучит дико круто. И надо понимать, что в принципе в обслуживании это достаточно недорогой автомобиль по спорткаровским меркам. Uh -huh. а я, наверное, отнес бы этот автомобиль к такому э, первому шагу к спорткарам. Да, правильно, действительно. И а, есть еще маленькие нюансы по этому автомобилю. Его нужно брать не первым автомобилем в семье, не потому что, в что невозможно на нем ездить. Это а, бессмысленная трата денег, а, как, ну, наверное, понт просто получится. А на субботу-воскресенье выехать, прокатиться, получить наслаждение и его поставить, до, например, следующей субботы-воскресенье, это будет идеальная машина. И у тебя присутствует и спорткар, и на нем возможно ездить в городском именно трафике бюджетно. именно Скажи, а как думаешь, если на нем поехать на трек, он сможет что-то показать? Хотелось бы проверить. Хотелось бы проверить. Но, честно, мое мнение, он, конечно, ничего не покажет по сравнению с теми же 911-ми. Но я думаю, что он подарит уйму эмоций, уму удовольствия и того адреналина, который могут предоставить эти машины. Они все завязываются на цифры. Хотя мы все любим красивые, быстрые цифры. Но этот автомобиль не про цифры, этот автомобиль скорее про эмоции, правильно? Да, и у меня зародилась сейчас идея. Возьмем клиентскую тачку и поедем валить на трек. Действительно. Но у нас есть М5, F10 и есть егоар И у нас плюс-минус одинаковые показания. Можно попробовать заехать. Напишите на в комментариях, будет ли интересен вам замер, допустим, даже 0-100, 100-200 и квотера, где мы сравним мою М5, которую я напомню на стейдж-1 от MHD, и вот этот Ягуар, который на шкивах, и он mm -hmm. тоже с сопоставимой мощностью, тут, я думаю, что порядка 670 сил, а у меня, насколько вы помните, 635. Я снимал видео про то, как мы замеряли ее на стенде, но момента, наверное, у меня побольше. Тем не менее, моя машина весит сильно больше. Но она турбовая, а этот автомобиль компрессор. Ну, в общем, да, действительно много чего интересного. Пишите в комментариях, интересно ли вам будет это посмотреть. Или дуем его нахрен эти BMW, остаемся с Ягуарами, Ландроверами и больше ничего не снимаем про эти баварские автомобили для людей нетрадиционной ориентации. С вами был Роман. Сергей. Приятно было познакомиться. Всем пока. Пока. Друзья, мы тут провели небольшой эксперимент, и оказывается, багажник не такой уж и маленький на этом Ягуаре. И вообще можно даже сказать, что это автомобиль трехместный. Ну-ка, Сергей. Елизавета, добрый день.